Ну, немножко не получилось, ладно. Я сейчас, может быть, немножко поподражаю Джорджу Карлину. Насчет службы аэропорту расскажу сейчас вам. Я вот в этом театре сколько лет? Сколько лет, скажи, папу мы играли? Лет пять, да? Лет пять? Три. Ну после большого этого это уже прошло-то сколько? Да. Ну, в принципе. Года три, в общем, мы играли папу. Ты включаешь микрофон. На профессиональных микрофонах нет кнопки on-off. А как он включается? А это специально для караоке, для придурков. Знаешь, вот чтобы кнопка не терлась о стойку. Года три, да, мы играли папа. Я вот здесь сидел и играл там какие-то свои там дурацкие звуки. Мы ездили в Москву, в Удмуртию, про Москву я рассказывал, да? А, кстати, про Москву. Мы жили в гостинице «Космос». Знаете, гостиница «Космос» такая полукруглая, около ВДНХ. Номер стоит... А ее что, не снесли еще? Нет, еще живая. Да? Номер стоит 6500 в сутки. Это вообще не банально. Это мало, это очень мало. И там стоит памятник генералу Де Голля. Он жопой стоит в гостинице «Космос». Я там курил, там везде датчики висят же. Я высовывался в окно, заворачивался в этой, ну, как она называется, шторы, да. И там курил, смотрел на жопу генерала Де Голля. И думал, а при чем здесь вообще гостиница «Космос» и генерал Де Голля? Какая связь? А что, еще был, жил? Какая связь вообще в этом? Блядь. И, короче, и на третьи сутки только я понял, в чем здесь связь. Вообще, во-первых, 6500 номер – это просто немыслимая сумма. Я говорю, дайте мне 19500 на руки, я сам пишусь в Москве, там, где угодно, у меня куча друзей, там, куча родственников. Дайте мне 19500, я впишусь вообще в легкую в Москве, там, как бы. Медик, 6500 горшок в Сочи сейчас. Да. Ну вот, я на третьи сутки наконец-таки понял, причем здесь космос и генерал Де Голль. Я вспомнил, как умер генерал Де Голль. Ему было 80 лет, ему 18-летний секундаршав делал минет. И он в момент оргазма умер. То есть он, видимо, отправился в космос. Другого объяснения у меня нет вообще. Вот, о чем я хотел поговорить сейчас. О том, как мы ездили в Удмуртию, вот с этим театром, в котором мы сейчас находимся, мы ездили в Удмуртию. Я убрался просто ночью в говно самогоном. Я отправил, а уже девочек уже этих нету. А, вот есть одна. Я, короче, взял 4 бутылки самогона, отправил их автобусом в Москву, чтобы девочки встретили эту посылку, мне там передали. И мы летим на самолете в Москву из Ростовского аэропорта. Я просто сейчас буду подражать Джорджу Карлину насчет безопасности, вот службы безопасности аэропорта. Это просто конченое, вообще невероятнейшее говно. Максим, ты помнишь? Меня не было. Мы помним все. Это конченое, невероятное говно. То есть я пришел туда, говно бухой, блядь. Меня менты сказали, снимай ботинки, снимай куртку. Я им сказал, идите нахуй, пидорасы. Они, так ты бухой, давай сюда заходи. Начали оформлять на меня какие-то протоколы. Я им показал свое удостоверение, помнишь, там, где я генерал, короче, дивизии плазменных пулеметов, командир там и кавалер всех озерного мира. Я говорю, вот, смотрите, хорошо меня выручил. А куда он делся, Денисов? Пошел брата транспортировать. Меня выручил Денис Третьяков и Валя из театра. Они подошли и просто сказали ментам, ребята, ну, что там, у него день рождения. Народный артист. У меня день рождения 15 числа, а это было 10 число. Чуваки, эти менты просто взяли паспорт,
У них просто в мозгу не сложилось просто как бы вычесть там 10-е, 15-е. А, правда, день рождения, смотри. Валя им дает контрамарки в театр всегда. Короче, и все, они меня отмазали. Они, конечно, все пришли, прослезились. Ну, может быть, пришли, я не знаю, на какой-нибудь спектакль. Но дело не в этом. Я принес самолет, два флакона бухла. Они два флакона бухла и блок сигарет. То есть в сигаретах у меня мог быть любой порошок там начинен. Во флаконах могла быть любая жидкость, которую мог смешать, добавить порошок и взорвать нахер самолет, понимаешь? Я с таким же успехом мог бы две гранаты принести, понимаешь? Просто это тупая идея, это безопасность аэропорта, это тупая, хреновая идея, понимаешь? Ничего они не делают, они просто сидят, они как сонные мухи в этот свой монитор рентгеновский смотрят и ничего там не видят вообще. То есть я мог пронести туда все, что угодно. Так я обращал на себя максимальное внимание, я там пухал, там, снимал там, ботинки, их раскидывал там, по этому залу, там, все что угодно делал. Любой террорист на моем месте такой скромненький бы прошелся бы так спокойно и пронес бы там все что угодно. Так ты отвлекал внимание просто от террористов. А, то есть я должен в паре с кем-то работать, я отвлекаю внимание, а он проходит, да? Ну, это просто говно. Давайте я вам расскажу, как отец с сыном ходили косить. Косить что? Косить. От армии. Косить. Ходили косить. Такой глагол, он ко всему применяется. Просто знаете, я почему эту историю рассказываю? Вот смотрите, у кого есть видеокамеры, они снимают какое-то говно там. Друзей там, в ресторане, еще там, какие-то день рождения. У меня нет видеокамеры. Но у меня есть идеи. Хорошая идея для короткометража, но у меня нет видеокамеры. Это социальная несправедливость. У кого есть идея, у того нет видеокамеры. У кого есть видеокамера, у того нет идеи. Поэтому я сейчас буду рассказывать, потому что у кого-то есть, из вас есть видеокамера, снимайте на здоровье, короче. Спит отец на печи. А что вы здесь не сыграете? Чего вы там играете? Ну вот, а вот здесь пианино, смотри, маленькое. Вставай, сынок, пойдем косить. Пойдем, ну нахер, коси, давай поспи. Там нет, сынок, спать нельзя, надо косить. Сынок, Боря, ну, сколько уже раз ходили, и так же и не косили, просто чернью занимались. Нет, сынок, сегодня пойдем, чернью заниматься не будем, будем только косить. Боря, ну давай мы завтра пойдем. Нет, сынок, наши народы говорят, один летний день весь год ходит. Пойдем сегодня косить, завтра не пойдем. Давай поспим, ну хоть часов еще, нет, сынок. Через часов дождь пойдет, трава ляжет, попросит. Давай сегодня пойдем косить. Отцу перечить нельзя. Встал сын и пошли косить. А глупые, рядом 50 метров от дома. Вышли, только косами смахнули. Сын говорит, пойдет твою мать. А что такое, сынок? Да это камень забыл, косы точить. Ну какая без камня работает? Ну пойди домой, там 3 минуты, возьми камень, пока покурим посидим. Сын домой возвращается, а там сосед мать идет. Мама, это что? Что это такое? Она смутилась, сосед побежал. Она смутилась, подходит сына, и сынок. Ты отцу только не говори, а то, что он меня убьет. Он говорит, ну хорошо, мама, не скажу. Но ты следи за нами, как мы будем косить. Если я два раза косой взмахну, неси самогон и закуску. Она, хорошо, сыночек, все принесу, все. Ну, взял камень, возвращается на луг. Выходит из кустов.
а отец на теле залезет, как бы его трахает. Он говорит, Варя, ты что? Он так смутился, слушай, что мы только матери не говорят, никак неудобно. Ну хорошо, батя, не скажу. Ну, наточили косы, только взмахнули. Сын говорит, батя, спорим, сейчас я два раза косой взмахну, и мать принесет самогон и закуску. Отец говорит, да ну нахер, какой там принесет, что, на праздник даже выпить не дает, а тут на работу, чтобы принесла. Он говорит, ну спорим, ну давай спорим. Сын косой взмахнул, несется мать. В одной руке бутыль, огромная четверть, в другой руке узелок, подбегает, ставит на бутыль, разворачивает узелок, нарезает там сало, огурцы, там помидоры. Кушайте, мои любимые, выпиваете и убегаете. Отец говорит, ни хера себе, вот это да, ну давай, раз принесла, что давай выпьем. Ну пока выпили, там четверть, пока там поели, уже полдень наступил, жара. Отец говорит, давай, сынок, пойдем домой, жару переждем, а вечером выйдем косить. Идут домой, сын отцу говорит, слушай, батя, я когда за камнем ходил, там сосед пришел, просил тебя топор занести, что-то он хочет выстругать, а топор сломался. Он говорит, ну хорошо, занесу. Отец идет домой, сын к соседу, говорит, сосед, убегай, куда не прячься. Отец узнал, что ты мать трахал, сказал, сейчас пойду соседа нахер зарублю, блядь. Сосед в окно выглядывает, отец с топором к нему во двор заходит, в окно прыг там и бежать по улице. А сын огородами домой, к матери, мать, убегай куда-нибудь. Отец знал, что ты соседу давал, сказал, сейчас зарублю и соседа, и мать. Она в окно выглядывает, отец с топором и соседского двора все во двор заходит. Мать прыг в окно и тоже куда-то бежать. Отец заходит, говорит, что за хуйня, блядь. Я пошел топор к соседу заносить, куда-то убежал, домой возвращаюсь, мать убежала, что не съебанули. А сын говорит, да они узнали, что ты кобылу трахал, побежали в милицию заявлять на тебя. Он выскакивает с топором, стойте, суки, стойте. А сын сидит на лавке, хохочет, говорил же, сегодня косить не будем. Давайте, может, следующую песню послушаем. Давайте. А я пока покурю. Стоит он так обустрахмашина, и молча кинет на мне. А песня масса не закрашена. Я потом историю расскажу про эту песню.